Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Сан Саныч Богомолов. И сегодня я хочу посетить узбекский ресторан. Узбекская национальная кухня в Пхукете, ресторан Туран. Здесь у нас жареный лагман, шашлык, мастава, ташкентский плов, казан-кебаб, манты, мясо саи. Вот это я не знаю, что это такое. Пойдемте попробуем. Так, друзья, ну по ценам. Ташкентский плов, порция 339 бат, жареный лагман. Никогда в жизни не пробовал жареный лагман, только жидкий пробовал. Сегодня я потеряю лагмановскую, так сказать, эту. Ну, вы поняли. Манты 339 рублей. Ханум. Я не знаю, что такое ханум. Казан-кебаб 500 бат. Ух, это дорогое удовольствие. Мастава. Это мастава, мне рассказывали знакомые узбеки, это такой суп, как у нас вот в России, знаете, борщ там, да, национальный, а здесь вот мастава. О, даже борщ есть, пельмени нет. Салат ачичук. Это, сами понимаете, это простая, это помидоры и огурец, это ачичук. Лепешка узбекская есть за 50 бат, самса за 100 бат есть. И вот чай, смотрите, есть обычный чай, а есть императорский чай. Чем они отличаются, я не знаю. Я бы попробовал, наверное, императорский. Да? Все, погнали. Я вот, друзья, сказал, что никогда в жизни не пробовал жареного лагмана. Ну, сегодня я его тоже не попробую, потому что его нету. Жареного лагмана нет, казан-кебаб нет, мастава нет. Ну, что? И императорского чая тоже нет. Ладно, чай, но я так хотел жареный лагман попробовать и казан-кебаб. Ах, расстроился. Ну да ладно, заказал то, что заказал. Будем сейчас пробовать. Ну вроде вот это под чай. Может под лагман, я не знаю. Вроде пиалки должны быть поменьше, но пахнет очень вкусно, друзья. Все, принесли наши манты, посмотрите. А к мантам подают сметану. Плюс принесли наш лагман. Жареного лагмана нет. Но есть зато вот такой вот лагманчик у нас с говядиной. Ну что, лагман пусть остывает, а мы начнем с мантов. А, и принесли булку. Посмотрите, ее уже нарезали. Попробуем сейчас нашу булочку. Ну, туда под этот надо, под лагман. Посмотри, друзья, сколько мяса там. Мясо рубленое. Рубленое мясо с луком. И сразу чувствуется зира. Соскучился я по зире. Как будто где-то в настоящей чахане у нас в России. Вкусно до безобразия. Друзья, очень хочу посетить Узбекистан. Наверное, должно у меня это все-таки получиться наконец-то. Этим летом хочу съездить в Узбекистан, прокатиться по всему Узбекистану. Побывать там в Намангане, туда-сюда. Изучить культуру. Попробовать настоящую уличную еду. Попробовать вот эти плов, где готовят там тонну плова. Так, давайте попробуем лагманчик. Смотрите, друзья, это самса. Что-то она вообще какая-то маленькая. 100 бат стоит. Вот такая масенькая. Это 100 бат, это 250 рублей сейчас на наши деньги. 260. Вот такая мини. Видите? Ужас. Ладно, давайте пробовать лагман. Лагман у нас состоит из домашней лапши. Говядина. Фасоль стручковая. Помидорчик. Знаете, добрый такой лагман. Сладенький, сладковатый вкус.
Это от перца, наверное. Да, вот этот лагман достоин уважения, друзья. Зубчики чеснока. Не сильно жирный. Очень вкусная лапша. Бульончик. Лагман надо в прикуску с булкой есть. Ну, мясо вообще зачетное. Но когда я цены перевожу в рубли, мне дурно становится. Я потом переведу в конце за всю поляну, посчитаю, скажу вам, сколько вышло. Кстати, его несложно вроде делать, лагман. Вся фишка в этой. В лапше и бульоне. Я в России как-то пробовал лагман с бадуна. Год, наверное, 2010, после ночного клуба. В узбекском кафе придорожном взяли лагмана и прям вот так. Он прям лечит. Но я думаю, что в Узбекистане, наверное, вкуснее. И в Узбекистане, скорее всего, такую самсу не подают. Хотя я не знаю. Посмотрите, какая она маленькая. У нас в России самса такая прям, как тарелка вот эта подается. Может быть, в Узбекистане реально такая маленькие такие самсы. Не в курсе. Так. Что, еще съедим одну? Одну съедим, а две оператору оставим. Потому что оператор сидит, я смотрю, уже слюной просто весь обошелся. У него слюни текут, он говорит... Саныч, не съедай все. Да не, все нормально. Я же не отморозок все съедать. Плохо, что порвалось. И весь бульон вытек из них. Это минус. Я люблю, когда прям с бульончиком. Ну-ка. Можно в Узбекистан не ездить. Здесь настолько все вкусно. Но не, надо обязательно сравнить. Я до этого узбекскую кухню ел только в России. Ну и вот сейчас на Пхукете, да, пробую, друзья. Ну, может, в Узбекистане она совсем по-другому готовится? Скорее всего, да, потому что там своя мука, своя вода. Замесы даже по-другому получается. Интересно, нам сейчас плов готовят чисто для нас, или у них уже казан изготовлен, и они приносят. Жирное такое надо обязательно горячим чаем запивать. О, плов несут. Пилов. Thank you. Первый раз вижу, чтобы мясо в плове было вот такое. Надеюсь, оно не вареное. Не вареное. Просто куском большим жарят. Но обычно его таким. Вот я много в каких пловных ел в России. Его обычно кусками рваными. Давайте посмотрим, что у нас в плове. Что это такое? Я не знаю. Извините, пожалуйста. А вот вы знаете, что это такое вот это вот в плове? Вот это вот. Вот как называется это? Вот. А, это изюм, да, такой? Это изюм. Первый раз в плове изюм вижу. Вот такой тоже есть, но по-ташкентски. А, это по-ташкентски, да? Поняли? Ребята с Узбекистана нам объяснили, это по-ташкентски. Я в жизни такого большого изюма не видел. Это нут. Обязательно нут должен быть. А вот барбариса что-то я не вижу. Давайте попробуем. Не, барбарис есть. Вот он, барбарис. Не пойму, почему-то плов не такой, как в чайных. Вот я в других вот в чайханах ел. Барбариса нет. А, не барбариса? Зиры. Зиры нет. А так, морковка вот такими большими кусками нарезана. Ну вот узбеки выходят. Они довольны. Извините, пожалуйста. А вы с Узбекистана? Я с Узбекистана, но разбираюсь в плове.
Да? Нормально готовят? Здесь? Да. Я бы сказала, чуть-чуть они передержали рис. А, рис, да? А так вообще, в принципе, норм. В целом, хорошо, да. Но вы с говядиной заказали, да? Да, да. Тогда у вас хорошо. Там еще с курицей была. Да, ну, мне вот курица чуть-чуть не надо. А, какое-то вареное, да? Угу. Так, говорят, в принципе, нормально. Разбираются в плове. Мне, в принципе, тоже понравилось. Но я что-то так и люблю. Этот ташкентский плов для меня слишком сладкий. Из-за большого количества изюма и морковки. Я люблю вот такой с кислинкой, чтобы он чуть-чуть был. Это когда барбариса больше добавляют. Все, это нашему оператору. Это тоже нашему оператору. Вот, чтобы он поел. А мы сейчас с вами, друзья, попробуем кипяток. Блядь, что, блядь, я рот, глотку внутри спалил. Жесть, просто глотнул кипяток. Вот такими, друзья, но я такими пиалками ни разу не пил. Надо музыку на фон какую-нибудь, вот эту, узбекскую. Составит так узбекская. Ну попробуем самса. Вот она, друзья, такая вот самса. Вот хотелось бы с узбеками посоветоваться. Правильная ли самса или неправильная? Мяса много. Я понял, она маленькая, но мясо просто вот огромное количество мяса в ней. Посмотрите, это все мясо. Наша самса, она большая, но там мясо таким тонким слоем. Да, вот оно, слоеное тесто, такое, как чуть-чуть слоеное, да? Опять барбарис, ой, это зира. Тут ее на дух вообще не переносит. Мне наоборот нравится вот эта восточная пряность. Я даже не пойму, это баранина или не баранина. Но это, скорее всего, говядина, но когда зиры нафигачили, то тяжело уже определить сорт мяса. Короче, кто застучал по узбекской кухне, сюда можно прийти. Я вот смотрю, там ребята с Узбекистана тоже сидят, отдыхают. Плов взяли, манты взяли. Все им нравится. Мне, в принципе, тоже понравилось, но вот понял для себя, уяснил, ташкентский плов – это, ну, не моя тема. Давайте почитаем, чем отличается ташкентский плов. Плов. Там этих разновидностей пловов миллион. Традиционно ташкентский плов жирный. Готовится из дорогого длиннозернового риса. У него много составляющих. Например, нут, изюм, перепелиные яйца. Добавляется курдючное сало. Дополнительно подаются казы. Еще и казы подаются. Домашняя колбаса, да? Вот. Но самый вкусный считается в фергане плов. Ферганский. Наверное, я ферганский люблю. А это, да, для меня из-за изюма прям сладко-сладко. Так, ну что? Почему сладостей нету, да? Вот какой-нибудь чак-чак, еще бы что-нибудь сладкое в Узбекистане. Любят же под чай такое поесть. Хворост какой-нибудь. Сейчас посчитаемся, друзья, и расскажу свое, ну, мнение. Я выпью таблетки. Таблетки от желудка начал принимать, когда съемки идут. Потому что после последнего зажора в безлимитке был срыв желудка, ребят. Поэтому всем рекомендую. Если у кого происходит обжиралово, какой-нибудь корпоратив, день рождения, как реклама таблеток сейчас. Но у нас в России газим вроде нету. Газим называется. Это что-то типа панкреатина, что-то типа такое, ферменты какие-то. О! Не переключайтесь, сейчас счет принесут, у меня глаза округлятся, я вам скажу, сколько это в рублях будет стоить. Друзья, получается, счет вышел на... Я цифры такие даже забыл. 38 249 узбекских суммы. Ну, если кто меня с Узбекистана смотрит, на 38 тысяч. А в батах, в бат, ой, в этих, в рублях сейчас скажу. Умножить не знаю. 2800 рублей. Вот, ну, кстати, у нас вот в Чайхану пойти плов, да, там 400. Лагман тоже 300 где-то будет, чай там, ну, 200, манты тоже там 300. У нас в России дешевле будет, друзья.
Ну что, в принципе, если кто соскучился по узбекской кухне, хочет отведать узбекскую кухню, приходите. Плов, ну, это на любителя. Оператор сметелил, говорит, вообще зачетный. Для меня слишком сладкий. Вот манты для меня топ были, и вот это самса мне понравилось. Ну и лагман хороший. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. И, друзья, давайте миллион лайков, и мы едем летом в Узбекистан. Все.